Так, немного оффроуда. Опок. Лесопед, блин. Xiaomi M35 Pro еще так никто не называл, наверное. Прокачусь. Где она прям совсем неровная. Разыгрываемый умный браслет Xiaomi Mi Band 5. При условии, если мы наберем хотя бы 300 лайков. Ну, я посмотрел так. Смотрите, какой у нас оффроуд все-таки есть небольшой, да? Давайте мы так аккуратненько. Опа, вот так вот проедем. Опа, полицейский раз. Вот у нас испытания пошли, да? Смотрите, полицейский. Всем привет, друзья! Гринвилл здесь. У нас сегодня небольшой тест-драйв Xiaomi M365 Pro. Это Pro-версия. И самое главное то, что мы этот самокат будем разыгрывать между вами. Буквально в следующем видео, максимум через одно, мы объявим результаты, точнее не результаты, а то, что необходимо сделать, условия розыгрыша, и кто-то из вас получит себе Xiaomi M365 Pro. Также не забываем о том, что у нас розыгрыш проходит в каждом видеоролике, поэтому участвуй также и в этом видео в розыгрыше. Просто нужно подписаться, обязательно подписаться на этот канал и написать любой комментарий со словом либо хэштегом Greenview. Разыгрываемый умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Условия я уже сказал, просто выполняй их, участвуй и выигрывай. Итак, почему тест-драйв Xiaomi 365 Pro? Во-первых, чтобы объявить розыгрыш. Во-вторых, чтобы обновить свои ощущения по поводу этой модели. Потому что самокатов пробуем мы очень много. Лично я прокатаюсь на огромном количестве различной техники. И как бы, ну, периодически нужно освежать, чтобы понимать вообще, что за устройство, как оно работает, как оно себя ведет, как оно едет. Давайте, в общем-то, выдвигаться потихонечку. Уже поедем. Так, не забываем то, что у нас на Xiaomi здесь приложение. Не забываем о том, что, да, вот на таких местах приходится слезать, когда не такой большой клиренс. Не забываем то, что это Pro-версия, то, что у нее огромный пробег. При этом он прям шустренький. То есть это один, это, наверное, даже не один из лучших, это лучший электросамокат из таких вот городских электросамокатов. Здесь можно было и так заехать, просто не хочется, так скажем, портить сейчас наш Xiaomi. Да, действительно, лучший электросамокат. Городской, легкий, он весит всего лишь 14 килограммов. При этом заявленный пробег, если ехать аккуратненько, аж до 45 километров, потому что у нас здесь батарея. Так, стоп, надо еще включить спидометр и продолжим рассказ. Все, у нас здесь все сброшено. Запустили, значит, батарея у нас здесь 12 1800 мАч. Соответственно, ну, такой пробег реальный, потому что в основном на подобных аналогичных моделях, там, других брендов или на обычном Xiaomi у нас там типа 6 ампер-часов, 8, 7,2, что-то такое. Здесь 12800, то есть, блин, даже тот же Ninebot Max, о, давайте сейчас где-нибудь приторможу, кстати, заодно можно будет и тормоз посмотреть, да? Тормоза здесь охеренные. Тот же Ninebot Max, он вообще не так шустро разгоняется, при этом он еще и тяжелее. Этот самик весит 14 килограммов, 200 граммов. Ninebot у нас тяжелее, он больше. Ну и Xiaomi, сами понимаете, вообще топ за свои деньги. Но на самом деле здесь, в электротранспорте, не самое дешевое удовольствие. Поэтому тем более нужно участвовать в розыгрыше, выигрывать такую себе кайфулю. Условия все объявим, не переживайте, не пропустите. А чтобы не пропустить, жмите колокольчик и подписывайтесь, чтобы уж 100% поучаствовать. Таких розыгрышей у нас достаточно много будет, поэтому, ну, как бы есть смысл. Так, что-то я в какой-то песок заехал, заговорился. Значит, что еще у нас про электросамокат? Во-первых, да, динамика разгона. Он очень шустрый, мы едем с небольшой скоростью, как видите, что по GPS, что здесь на дисплее. При этом, ну, то есть я прям, учитывая, сколько я обкатал уже техники и сколько мощной техники, которая ездит там типа 60-80, ну, прям чувствуется динамика, и это не может не радовать, как, наверное, вам солнышко прям в глаза светит. Так, по оффроуду особо гонять не будем, мы здесь по приятным таким улочкам покатаемся. Далее, что я хотел сказать, Xiaomi — это, наверное, самый стильный электросамокат вообще, который существует. Он действительно выглядит классно, он подходит как парням, так и девушкам, подросткам, кому угодно. То есть, блин, реально универсальный электросамокат и кайфовый. Оп, сразу мы как затормозили, увидели лесенку, да? И объезжаем. Очень приятно, колеса у него 8,5 дюймов, соответственно, подобные какие-то препятствия, ну, допустим, тут такси, все, нас пропускают. Какие-то вот поребрики небольшие и прочее можно прижать без проблем, можно спрыгивать и так далее. Но как бы в зависимости от того, насколько сильно вы вообще собираетесь беречь свой электросамокат. Так, потом что я хотел сказать. Вот, кстати, лужа, сейчас посмотрим, вот я проеду аккуратненько. И потом посмотрим на штаны,
что там они у нас испачкались, не испачкались. Давайте, наверное, сразу же и посмотрим. Конечно, мы совсем немножко проехали, но все же. Так, мы не посмотрели чистоту штанов. Конечно, уже не одним дубрем получается, но вам остается лишь поверить на слово. Для особо искушенных мы еще можем изготавливать специальные такие сюда брызговички отдельные. Они эстетически приятно выглядят, не как что-то лишнее. Ну и плюс Xiaomi вообще не славится тем, что забрызгивают все штаны влагой. Ну и плюс, как бы, я не особо-то прям и поездил по лужам, поэтому специально для этого в одном из следующих тест-драйвов или выпусков прокачусь. В смысле, по лужам. Прям максимально. Вот такой вот наш замечательный самокатик. Блин, вот реально вышел таким весенним, хоть и пока еще прохладным вечерком чуть-чуть покататься, и прям кайф. Не знаю, дисплей показывает 26, давайте прямо сейчас посмотрим, что там у нас. Блин, тормозной путь вообще радует. Конечно, тут здесь сколько, метра 3-4, но я вешу сотку. 24 км в час, дисплей почти не врет. Я как полнейший идиот просто запустил спидометр, но не включил запись экрана. Но, в общем-то, ничего страшного. Я там скорость прямо с телефона показывал один раз. Максимальная, не сильно от нее отличилась. Единственное, не очень понятна динамика разгона. Но специально для этого, это, кстати, будет как дополнительная мотивация подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить. В видеоролике с розыгрышем этого электросамоката я еще раз покатаюсь там же. Только уже стопудово включу запись, и вы прям посмотрите еще и на динамику разгона. А так, наслаждайтесь самой прогулкой на электросамокате. Надеюсь, вы почувствуете, как будто бы вы ездите прямо со мной. Про приложение я еще начинал говорить, да? Все это обратно. Про приложение. Это тоже удобно, на самом деле. Так, во-первых, нулевой старт надо было включить, когда бы не пришлось отталкиваться перед разгоном. Да, приложение это очень удобно. То есть можно настраивать под себя различные данные, смотреть даже тот же самый заряд аккумуляторной батареи более точно, связывать устройство и так далее. В общем-то, для какой-то активации специально это не прям сильно невероятно нужно. То есть вы можете им вообще не пользоваться. В целом я чаще всего так и делаю. Иногда бывает, что-нибудь понадобилось. Хоп, посмотрел. Так, смотрите, какой у нас оффроуд все-таки есть небольшой, да? Давайте вот здесь, вот я так понимаю, камушки. Ну да, в них мы не поедем. Xiaomi, конечно, хороший самокат, но по такой мелкой гальке вряд ли ему будет комфортно ехать. Вот, кстати, еще вода. Давайте здесь я прям побыстрее и пожестче проедусь по ней. Пылевлагозащита у нас здесь стоит, по-моему, IP56, соответственно, от брызг воды, от пыли вообще без проблем защищает. По факту, если будете кататься во влажную погоду, то тоже все будет окей. Обзор, естественно, у нас уже давным-давно есть на эту модель. Это, ну, одна из самых популярных моделей вообще, наверное, в мире. Поэтому, конечно же, обзор можете посмотреть. Ссылочку на него я также в описании оставлю. Что-то как будто я хотел рассказать. Давайте, наверное, еще кратко по характеристикам пробежимся. Вот здесь заявлено у нас мотор-колесо 300 ватт. Это номинальная его мощность. В пике говорят то, что 600 выдает. В целом даже немного верится, но как будто бы это какие-то хорошие полные 350 ватт, потому что, ну, по разгону реально все ок. Кстати, сейчас, наверное, найдем еще какую-нибудь горочку, может быть, попробуем куда-то въехать, потому что, ну, охота проверить. При условии, что вешу я сотку, мне нужно как минимум... Вот, кстати, очень удобно останавливаться, маневрировать. Просто человек вышел, я спокойно затормозил, вообще безопасно для себя и для него. Можно ездить по тротуарам, не запариваясь. Так, что я говорил-то? Да, про мотор-колесо. Заявлено 300, но в целом оно даже меня, 100-килограммового дядьку, везет вообще супер адекватно. То есть даже сейчас вот я освежая, ну, до этого я немножко уже покатался, поэтому я как бы не так эмоционален в этом плане. Но, блин, очень круто мне было осознать то, что Xiaomi, я уже просто привык, ты берешь легкий городской самокат там на 350 ватт, ну и он вообще тебя не везет. Но при этом, если вот, например, Димка у нас появился, он на самокатах раньше не рассекал. Он стал на Ninebot ES2, причем такой уже пожилой, обкатанный там всеми, кому не лень. И он такой, блин, какой быстрый электросамокат. Ну, а для меня это прям, типа, вообще, как будто я пешком иду. Соответственно, здесь у меня прям бодрое ощущение. Это очень радует. Я все хочу мостик найти. Здесь такой красивый мостик есть. Хочу до него доехать. А вот, по-моему, я его вижу. Вот, здесь реально другие ощущения. То есть я прям еду шустро. Мне кайф.
И я тяжелый, да, вот что я хотел сказать, то что всегда советую, если вы весите больше там 75-80 килограммов, то, блин, берите электросамокат от 500 ватт мотор-колесо мощностью, потому что меньше просто бессмысленно. Он не будет вас завозить в горки нормально, вам приходится постоянно спешиваться. Ну, то есть, ну нафига это надо? Вот, вот этот мостик, сейчас мы на него заедем. И надо горочку, да, я хотел горочку какую-нибудь найти. Сейчас тоже что-нибудь найдем. Так. А если вы весите, типа, как я, 100, то, ну, в любом случае, 500-600 ватт этого уже для города будет вполне себе хватать. В случае, мы почти с места, как бы, заезжаем. Тут у нас передний привод, это удобно, кстати, для заезжания куда-либо. Вот, поэтому 300 ватт, как заявлено, для меня, по идее, мало. Но по факту могу рекомендовать в этом данном конкретном случае Xiaomi M365 Pro, Pro конкретно, да, могу рекомендовать взять и, ну, даже если весите сотку для города, даже не просто как электросамокат последней мили, а просто средство передвижения вообще, не только покататься и куда-то доехать по делам, тем более с его-то пробегом, но это отлично, просто отлично. Так, что дальше? Опять мы куда-то по кругу поехали, но в целом норм. Смотрите, с горочки интересно, будем больше скорость набирать. Ну, как вы поняли, тормоз тоже, с тормозом все ок. О, дядька говорит, лесопед. Лесопед, блин. Xiaomi M365 Pro еще так никто не называл, наверное. Так, здесь мы уже были, давайте теперь налево поедем. А, характеристики я говорил, да? Ребят, да, кстати, вы пишите комментарии вообще вот в тест-драйвах, о чем вам рассказывать, либо, может быть, какие-то маршруты выбирать конкретные, чтобы не просто кататься, а вот, ну, что-то как-то, да, куда-то доехать. Или о чем еще там недорассказал, что было интересно, а я, ну, не подчеркнул, да, информацию какую-то. Вы пишите обязательно об этом. А как раз-таки можете написать и заодно и в розыгрыше поучаствовать, выиграть себе Mi Band. То есть написали, чего не хватает в ролике, чего бы вы хотели, задали какой-то вопрос, написали слово либо хэштег Greenville в этом же комментарии. Все, вы участвуете, если вы подписаны. Лайки тоже не забываем ставить. Да, кстати, забыл одно важное условие. Но я, наверное, вставлю это в трейлер к этому видеоролику. Розыгрыш будет в одном из следующих видео. При условии, если мы наберем хотя бы 300 лайков. Ну, ребят, нас уже очень много на самом деле. И ух, как 300 лайков набрать, ну, это прям реально легко. Давайте это сделаем, и сразу же мы анонсируем розыгрыш этого электросамоката. Опа, полицейский раз. Вот у нас испытания пошли, да? Смотрите, полицейский 2. Вообще нормально. Подвески у нас здесь нет, но при этом камеры накачиваемые колеса 8,5 дюймов. И типа ок. Так, надо заканчивать немножко с этой сумбурностью. Продолжаем по характеристикам, значит. Мотор-колесо мы рассказали. Скорость. Скорость здесь заявлена до 25 км. До 25 км в час. В общем-то, он с этой заявленной скоростью, как это было бы не странно, потому что всегда, когда заявляют 25, он начинает ехать, типа, гораздо меньше. Даже со мной, с тяжелым, он без проблем справляется. Это очень даже радует. Вот. Батарея, как я уже говорил, здесь 12,8 ампер-часов, 12800 мАч. И, так, вот здесь, в принципе, тоже можно было заехать, не очень большой поребрик, но побережем, так скажем, технику и приподнимем, это несложно. Так, 12800 мАч, ой, по брусчатке что-то как-то ощущается, слушайте. Ну так, местами, где она прям совсем неровная. Ощущается так немного оффроуда. Оп. Нормально, он по траве помог и начал проскальзывать сначала. Как заявлено, пробег на заряде 45 километров, аж целых 45. Ну куда я, больше, я не понимаю. Понятное дело, если просто всегда ехать на третьем режиме скорости, как бы батку не экономить, то проедет, ну, поменьше. Но в любом случае, как бы километров 30 он точно наберет на этой батарее. Но вот прям в самом нещадящем режиме. Поэтому это круто. Если будете аккуратненько, то, ну, реально 45, 12,8 могут выдать. Здесь у него мотор-колесо не мощное, поэтому идеально. Тем более, если будет не холодно, если вы весите килограммов 75, ну, блин, реально. Это реально. Так, что бы вам еще такого рассказать? Просто хочется и самому еще покататься, и с вами пообщаться. Что-то вот был бы это прямой эфир. Было бы гораздо прикольнее. То есть вы могли бы сейчас сразу задавать какие-то вопросы, и я бы сразу на них мог отвечать.
Ну, как бы, давайте пока что пообщаемся через комментарии. Еду вот, как видите, по дороге. Так, давайте-ка мы все-таки это все дело объедем. Еду по дороге. Ну, потому что, получается, как бы я и не пешеход по данным правилам дорожного движения, но при этом и как бы и не этот, не могу на дорогу выезжать. Ну, вот, как бы и как пешеход передвигающий на дорогу выезжаю тоже, да, но только нужно, естественно, это аккуратно все делать, смотреть, следить, чтобы ни вы не пострадали, никто от вас не пострадал. Тогда все будет окей. Желательно, конечно, передвигаться в защите, тем более на каких-то более мощных электросамокатах. Да что ж тут все такое идеальное, ровное и красивое? Мне нужна какая-нибудь горка. А тут что-то все как-то очень плавно. Ландшафт сделан. Никаких горочек мы не наблюдаем. Но в целом это не самый тяговитый электросамокат, как вы понимаете, учитывая мощность в 300 ватт. Но все же хотелось бы попробовать, тем более со мной, с кабанчиком. Если вы первый раз на этом канале и вы еще меня не видели, просто откройте любой другой видеоролик обзорный, где не только GoPro, а где есть и я, и вы поймете, о чем я говорю. Там сейчас, ух, очень много веса в этом человеке, конечно. А вот тут она какая длинная. Ну, в такую-то мы точно заедем, типа, даже с места, потому что затяжной уклон, а угол не такой большой. Давайте вот отсюда, прямо где-то с середины горки, стартанем с места. Так, на любой старт у нас выключен, поэтому оттолкнуться все равно придется. Блин, машина. Но пока что мы только набираем скорость. Давайте тогда опять я отпущу газ. Ну нет, это для него, конечно, это простая горка. Не знаю, не буду пытаться угадать, сколько здесь примерно градус уклона. Некоторые и в такую не заезжают. Но нет, это слишком простое было испытание для него. Сейчас попробуем что-то более короткое и более такое с большим углом. Сделаем еще видеоролик по поводу вообще использования данного электросамоката. То есть, как он ложится в тачку багажника, в разные багажники, хотя бы парочку возьмем. Как с ним заходить в метро, в автобус, удобно, неудобно. Как его там заряжать, какие-то, может быть, советы. Может быть, что-то по касаемо хранения, опять же, дома. Что-то касаемо его там резервации на зиму и прочее. То есть еще видеоролики будут про него. Как раз таки задавая вопросы какие-то, в этих видео будут и ответы на них. Поэтому не забывайте, пишите. Ну и даже если вы не успеете и напишите там этот вопрос когда-то позднее, в любом случае ответим вам просто в комментариях. Так, уже все-таки просто так заедем. Раз могу, почему бы не заезжать, правильно? Оп. Да и показать вам. Все, кажется, вспомнил я, где есть небольшой заездик, где мы сейчас с вами заедем. Попробуем даже с места, наверное, потому что он не прям-таки супер там какой-то огромный. Это нам надо на ту сторону. Оп. Клиренс, насколько я помню, здесь у нас 9 сантиметров. Плюс, когда на самокат встаете, из-за отсутствия подвески клиренс не уменьшается. Соответственно, ну, спрыгивать с каких-то адекватной высоты поребриков, бордюров и заезжать на них, ну, как бы это не проблема. Блин, ну скорость, конечно, именно динамика разгона очень радует. На прошке. Так, вот где-то тут должно быть, прямо через дорогу, полицейский. Ой-ой-ой, тут очень мокро. Давайте мы так аккуратненько, опа, вот так вот проедем. Вот так вот проедем, вообще просто ювелирная работа. Пожалуйста, здесь. О, да, есть. Ну, смотрите, не с места, конечно же, то есть это вообще не проблема. Спешиваться не нужно, просто заехал. Все, отправляюсь. Даже не знаю, как там вообще сам уклон-то показать. Давайте вот так вот сделаем. Затормозим прямо на нем, да? Опа. И вот так вот. Не знаю, там понятно, непонятно будет. Вряд ли, конечно, прям супер понятно. Но в целом хоть что-то, да? Так, и давайте тогда сюда с места попробуем заехать. Оп. Ну, в целом, также, не рыпаясь, мы в такое можем заехать. Это достаточно показательно, потому что, ну, на самом деле, большая часть каких-то подобных подъемов городских, они не больше размером.
Нафиг они сделаны для того, чтобы могли подниматься люди с колясками, на колясках и так далее. Поэтому самокат для города вообще идеально подходит. Так, ладно, давайте, наверное, ребята, да, заканчивать будем. Обязательно участвуйте в розыгрышах. Розыгрыш проходит в каждом видеоролике. Участвуйте в розыгрыше в этом видео. Также не забываем о том, что нужно как бы подписываться, чтобы обязательно участвовать и выигрывать. Надеюсь, то, что видео было полезно. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видеороликах. Пишите комментарии, пишите какие-то свои идеи, варианты. Вопросы задавайте. Вот. Не забывайте о том, что все подписчики этого канала получают скидку в нашем магазине. Кроме розыгрыша самоката, у нас сейчас готовится очень интересный для вас сюрприз. И я надеюсь, что вы будете приятно шокированы. Поэтому подписываемся обязательно. Хорошего вам настроения, удачных покупок и пока!